28 молодых людей приехали с визитом в Россию. Они – представители молодежных организаций, которые реализуют российско-германские молодежные обмены. За круглым столом участники проекта встретились с рязанскими студентами и обсудили проблемы международного обмена. Честно говоря, трудности изменились. Сейчас современные трудности не как раньше уже. Они, это бытовые, это финансовые и так далее. Сейчас трудности – это информационного характера, то есть перегруженные с предложениями рынок идет. Не всегда студент сам может выбрать адекватную программу, ему нужна помощь, консультация. И трудность, конечно же, идет в тех организациях, которые могли бы помочь студенту более эффективно пройти стажировку. Я работаю на организацию, которая делает международные обмены для молодого человека. И поэтому мы здесь приехали в Москву и здесь сюда, в Рязан, чтобы организовать такой обмен через Германию и Россию. Для нас вот такие международные обмены очень важны, потому что русские, которые приехали в Германию, или российские, они еще хорошо знают языки, это компетенция. В Рязани активисты пробудут 2 дня. За это время немецкие студенты познакомятся с проектами и инициативами молодежи города, обсудят актуальные вопросы сотрудничества, а также познакомятся с достопримечательностями Рязани и области.